Константин Лавроненко родился 20 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону в рабочей семье. В Ростове прошли его детство и юность. С юных лет мечтал стать артистом. Подражал Аркадию Райкину. С 14 лет занимался вместе со старшей сестрой в драмкружке. Первые уроки актерского мастерства получил от Галины Ивановны Жигуновой, матери актера Сергея Жигунова, которая руководила самодеятельным театром, окончил актерский факультет Ростовского училища искусств. В 1979-1981 году проходил службу в армии, где попал в ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. В ансамбле он сначала пел, потом заменил ушедшего конферансье, причем сам придумывал свои репризы. В 1981-1985 году Лавроненко учился в школе-студии МХАТ на курсе Василия Петровича Маркова. Работал в театре «Сатирикон», год играл в Линкоме, участвовал в проектах творческих мастерских «Мастерская Клима» и «Нового европейского театра». С труппой ездил на гастроли в Германию и Бельгию. Смысл жизни, по собственному признанию, всегда видел в любви, однако на сцене или в кино сыграть героя-любовника режиссеры Константину ни разу не предлагали. Дебют Лавроненко в кинематографе состоялся еще в 1984 году. В мелодраме «Еще люблю, еще надеюсь», где Константин сыграл вместе с Евгением Евстигнеевым, которого считает своим учителем. Однако главной кинороли актеру пришлось ждать еще почти 20 лет. Начинающий режиссер Андрей Звягинцев заметил Лавроненко в одном из театральных спектаклей и пригласил актера в свой фильм «Возвращение», 2003. Картину ждал феноменальный успех, главный приз Венецианского кинофестиваля «Золотой лев» и прокат в 70 странах мира, благодаря чему Лавроненко приобрел международную известность. Творческий тандем со Звягинцевым не распался. Актер и режиссер вновь встретились на съемочной площадке ленты «Изгнание», 2007. Фильм представлял Россию в конкурсе 60-го Каннского кинофестиваля, по итогам которого Лавроненко завоевал приз за лучшее исполнение мужской роли. С большой силой зрелый драматический талант Лавроненко раскрылся в телесериалах Сергея Урсуляка «Ликвидация», 2007, в роли уголовника Чеканой «Исаев», 2009, в роли Василия Блюхера, Константин Лавроненко.